Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Games, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Rusty Lake Hotel. Сегодня мы с тобой будем убивать кролика. Короче говоря, в прошлой серии я сказала, здравствуйте, у него что-то во лбу. Звезда горит. Палка горит. Вот это надо поддеть чем-то, так оно не рвется. Хорошо. Вот, я посмотрела. А, это надо будет выставить, наверное, да, чуть-чуть. Короче, я посмотрела, как мне получать... Это отрезать тоже надо будет? Прикольно. А, подожди, у меня же карта есть. На. Теперь надо понять, да, как их ставить. Сова. Ладно, хорошо. Вот, оказывается... Розмарин. Первый ингредиент, скорее всего, можно найти в холле. Второй ингредиент можно найти в комнате. И причем он спрятан. Розмарин был в этом. Розмарин был... А, это как вставлять ножи? Куда вставлять? А, вот сюда вставлять ножи. Понятно. Вот, розмарин был в рогах. Он прям вот там, листик в рогах был. Я его еще заметила и думаю, надо тыкнуть. И, короче, забыла, прикинь. Забыла. Так, это что? Туз? Погодь. Вот это туз? А вот это сюда? Или к чёрту? Или как? Если честно, вообще ни хрена не поняла. А, подожди, а сова вот такая? Сова? Какая? Подожди. А, так они разные. Подожди, а какая сова? Сова вот эта. А, так они вот так, что ли, кладутся? Ёкаль-мокаль. Ёкаль-мокаль, ёксель-моксель. Подожди, туз вот здесь был. Короче, Z, Z в разные стороны. Да, А в Z в разные стороны, 5 это Z вниз. А у меня 5 нет. У меня 5 нет. У меня есть еще 4. У меня есть еще 4, ее неизвестно, куда надо пихать. Ну ладно. А подожди, вот тут я что-то еще видела, да. Двойка, двойка Z на друг друга. Двойка Z на друг друга. Вот сюда двойка. Вот сюда двойка. Так, мне получается, надо найти еще 2 обозначения и 1 карту. Хорошо. Это, видимо, по всей видимости, цвета, которые надо смешивать. Это ключ. Это что такое? Треугольный камень. Куда его? Сюда? Нет, не сюда. Так, это что такое? Это мне надо замки найти? У меня есть камень, подойдет? Так, тебе что, на шляпу? Ты кролика тут достанешь? А-а-а! О, цветочки. А, это в какой последовательности? Фиолетовый, красный, белый, желтый. Фиолетовый, красный... Красный, красный, белый, желтый. Все. Давай приз. Приз давай! Ну, так себе приз, если честно. Так себе приз, мне не нравится. Так, что-то мне с этой головой надо сделать, да? Вот здесь вот шарик. Вот здесь вот. Ракушка. Я такие игры люблю. Я такие игры на внимательность люблю. Сейчас что-нибудь выпадет. Карта, не карта, мне же карта нужна. Ага. А если мы забудем, мы заново начнем или нет? Жук какой-то. Жука-навозника подарили. Здесь. Глаз! Приколдес. И куда? Это твой глаз? Тебе нужен глаз? Нет, не нужен глаз. Ладно. Значит, найдем, куда его засунуть. Значит, найдем, куда засунуть глаз. Нет, руке не нужен глаз. Так, окей. Окей. Это что такое? Вот эти, кстати, печати я прочитала, тоже надо запоминать. Их тоже надо запоминать. И этовать. Это что такое? И ключи туда, куда надо стрелять. А, я вот про это место забыла. Нож. Сейчас пойдем картину резать. Только нож был. Хорошо. Давай сначала картину, а потом догадаемся, куда нам надо. О, бобы! Приколдес! Так вот, где они все это время были, падлы. Приколдес. Ладно.
Где мы нашли карту? Подожди, карту мы... У него же нашли какую-то двойку, пятерку. Ну, только непонятно, да, куда пихать? Тут никаких обозначений нет. Так, ладно, пятерку мы у него нашли. Так, вот смотри, пятерка, да? Их надо найти. Короче, вариаций разных много. Вариаций разных много. Сейчас нам стоит найти. Может быть, просто темные снизу, а красные сверху? Нет. Короче, смотри, у нас остались... Вот эти двигаются, это плохо. Это плохо, я могу про них забыть. Значит, давай мы их выставим вот так вот, чтобы знать, что они недоделанные. Нам надо найти 5, 4 и 8. Где-то они должны быть. Вот мы это мы уже сыграли, больше нам ничего не дадут. Больше ничего не дадут. Вот это что такое? Это надо ножом вскрыть? Непонятно. Это вообще что такое? Это какой-то куб прозрачный или что? Вот это что такое? Это у нас подсказка просто была. Вот это тоже просто подсказка. Еще что есть? Это тоже просто подсказка. Больше ни хрена. Так, зачем мне треугольный камень? Что-то ножом надо порезать. Что? Вот здесь вот что-то? Здесь что-то? Нет. Здесь? А может быть руку, у нас же рука есть. У нас же есть рука. Ага. Приколдес. А дай ножик. Все, не отдашь ножик, печально. Колечко. Колечко тебе подарить? На. Выходи за меня. Что-то тут, наверное, надо вставить на место его головы. Скорее всего. Для чего мне кольцо? Для чего мне кольцо? А, смотри-ка. Смотри-ка, они разные. Восемь? Восемь бубны. Вот такая штука. Погоди. Восемь бубны, вот такая штука. Ха-ха! Смотри, как я заметила! Сама Сяша. Четыре бубны, штука вверх. Четыре бубны, штука вверх. Капздец, ты прикинь, как я заметила! Да, я сама в шоке. Ты прикинь, а? И чё? Чё с этого? Чё стало? Здесь что-то изменилось? Нет. А где что изменилось? Ну, это просто обозначение. С кроликом что-то изменилось? Смотрите внимательно! Куда? А куда смотреть-то? А, как? Глазом я понатыкала, и он дал мне ключ. Я не знаю, как это работает. Вот это что такое? Ну, карты. Что-то они там Wii U сделали, и все. И больше мне ничего не дали даже. Или они вот этот скрипт сработал? Не поняла я что-то. Ага, последний замок открыли. Хорошо. Последний замок мы с тобой открыли. Дальше ты будешь то же самое делать, да? Ага, ладно. Что мне делать с кольцом и с камнем? В смысле? Я кинула в какую-то прозрачную коробочку кольцо, и мне в ответ дали ключ. Я что-то вообще не въехала, зачем я это сделала. Я просто так тыкать начала. Я не знаю, вот здесь что-то посмотреть надо, нет? Нет. Куда нужен камень? А, здесь у нас рука, подожди. Может, вот здесь что-то надо сделать? Может, глазом понатыкать? Нет, не тыкается. Не тыкается глазом. Может, здесь глазом? Ну, это, по-моему, просто как это. Подсказочка и все. Бедная рука. Бедная рука, мне ее жалко. А ты еще раз что-нибудь сделаешь?
Нет, ты больше ничего не делаешь. Просто смотри внимательно и все. Но я внимательно уже, считай, посмотрела. Сюда может... Ну, камень я сюда пробовала, у меня не получилось. А здесь тоже ничего не тыкается. Где что может тыкаться? Максимально непонятно пока что. Они не этапаются. Они не тыкаются. Я здесь что-то нашла или нет, я не помню. Для чего мне эта люстра сдалась? Зачем она мне? Глаз сюда. Камень сюда. Куда камень-то? Треугольный камень. Но его же даже вставлять некуда. Чисто гипотетически могу тебе отдать. Ты не хочешь его брать. Ну ты не хочешь его брать. Ай-ай, как громко он пищит. Вот это хрень. Да я вообще не понимаю. Ну что вы от меня хотите-то? Тут был нож. И больше ничего. И больше ничего. Может быть, там что-то на комоде лежит? Нет, на комоде ничего нет. Седьмое августа. Куда-то вставить глаз, но он не вставляется никуда. Где-то какие-то дыры в стене, куда вставить камень, тоже не вставляется. Вот здесь у нас девочка. Мы ее пригвоздили. Мы ее пригвоздили, дальше чего? Что-то, по-моему, у нас с люстрой осталось. Но только что. Честно скажу, я не помню, что мы делали с люстрой. Что-то мы с ней делали или нет? Она не раскачивается, она не берется, ничего не делается. Я, короче, я не знаю. Ну, как всегда, задачки такие, до которых, ну, невозможно допереть, что произошло с картами. Оказывается, здесь появился ключ. Оказывается, здесь появился ключ. Каким образом, я не знаю, должна была это понять, я не знаю. То есть, я даже не думала, я подвинула пару карт, и я не думала даже двигать другие, если честно. Я думаю, ну, подвинула, все. А ты как здесь оказался? Хрена себе, вот это фокусник ты, ё-моё. На, глаз тебе. А, ключ, на ключ. А вот и камень, да? Открой. Ты чё? Чё с тобой? А дай ключ. И чё? Глаз? О! Хрена себе, приколдес, слушай. О! Мечи? Для той штуки? А еще раз. А, все, больше не могу закрывать, да? Да, прикольно. О, здравствуйте, подожди. Верхняя. Потом это и это. А я его убила? А я думала, почему я удивилась? Я думала, что сейчас новый рассвет. Я думала, сейчас скажут, типа, а, я выжила. Это же, типа, схема, чтобы выжить. Ну, как-то нелогично. Им надо было, наверное, сделать эту схему наоборот, как для выживания. И чтобы ты, короче, сделал по ней, а потом такой, хоп, кролик выжил. Ты такой не в понятках, типа, чё, почему, как? А они потом такие, ха, ну он же выжил. Но он же вот как бы у нас молодец. Ты не то сделал, ты сделал по той схеме, которая нужна для фокусов. Короче, это сюда вставляется, а вот этот ключ, кажется, должен быть вот здесь. Я не совсем уверена. Я не помню, если честно, уже. Так, мы готовим ужин. Мы готовим ужин. Да, я уверена, что хочу готовить. Готовь морковку, бобы и ножку. Крольчатину. В
второй ужин. Уже их осталось трое. Уже их осталось трое. Вик-дик, сейчас будет 100%. 100 звезд будет. Я все нашла. Будет 100 звезд. Понял меня. Понял меня, будет 100 звезд. Я всегда 100 звезд. Вот, персик, я повар от бога. Наступает ночь. А, не могу. Мощно, слушай. Мощный такой этот. Мощная музычка, мощная атмосфера. Музыка, наверное. Музыка все-таки задает, не атмосфера. Так, что ты мне скажешь? На завтра нам, вам понадобится свежее мясо. Я знаю, ты мне ничего дать не хочешь? Свежее мясо, а чеснок там, я не знаю, может, мне чеснок нужен? А теперь я выбираю, да, что сделать? Или мне дадут? Я думала, тут будет по очереди, а тут получается в любом, да? Посмотрите, чем можно помочь гостям в их номерах. Вот смотри, вчера он мне дал этот... Вчера он мне дал такой, типа, посмотри, что у меня в кармане. Я такая, окей, посмотрела. А там оказалась морковка. Вот. Сейчас он такой, типа, просто помогите гостям. То есть, скорее всего, что-то надо тыкать. Скорее всего, что-то надо тыкать, что-то искать. Ну, я думаю, не бездумно это делать надо, как я. С каком-то, не знаю, хотя бы с каким-то, с какой-то долей ума. Но я это делаю бездумно. Так. Звезда падает. Подожди, подожди. Чё, всё потемнело-то? Эй, алло! Алло, свет-то включите! Тише, тише, ничего не вижу. Эй, ты куда делся? Ой, я сейчас скрипик будет. И чё? У меня наушник из уха упадет. Здравствуйте. Мне его искать надо? А что за прикол? Он мне же что-то даст, да? Я же говорила, он стопудово мне тоже должен что-то дать. Сейчас, подожди, посветлеет, он мне что-то даст. О, все, вернулись. Да, я же говорю, даст. Яйца, что ли? Что это? А, potatoes. А, картошка. Голубь в ежевичном соусе с картошкой. Фу, голубь в ежевичном соусе. Голубь в ежевичном соусе. Так, ежевика у нас только там, да? Где-нибудь здесь на этих, на ветвях ее нет? Там не растет? Так, ну, судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Судя по всему, у нас чисто голубь. Так, подожди, вот сюда хотела я. Ну, это нам просто так говорит. Окей. У меня что-то уши сегодня жесть как болят от наушников. Прям некомфортно сидеть. Поехали. Да быстрее давай. Так, а я не знаю, на каком этаже у нас город. А что за минус первый? Когда мне туда можно будет? Я туда хочу. В конце, да? В конце туда можно будет. Так, тут олень. Тут у нас кто? Королик на втором этаже. Мисс Павлин. Подожди, так, павлин это и есть голубь? Ну типа, да? Кабан. Павлин? И кто у нас остался? Кабан? Павлин? А почему комнат 6, а человека осталось 3? Это чья? Да, мистера кролика больше нет с нами, мы его сожрали. Эта комната занята. А когда я туда смогу зайти? А, вот голубь, мисс Голубки, ну да. Да, уверена, комната 5, миссис Голубка. Тебе что? Принесите мне зерно. Еще что тебе принести? Я тебе сейчас вон эту штуку принесу. Ой, я знаю эту штуку. Ее к ней так вот руки представляешь, и она такая по всякому электроэнергию такая. Меня как-то так током долбанули, блин. Подошли такие, руку приложили, а у меня такая... Или не руку приложили, что-то кто-то... А, там один человек, может, максимум. А мне, ко мне племянник такой подошел. Туда такой, ой, какая штука прикольная. Приложила руку, и меня такой, бзз, ты ударила. Я говорю, ты чё? Так нельзя. Так. Ну, его, может, тоже ударило по логике вещей. Это должно было, но он ничего не сказал. Ага, горит одна. Чего? Это вот от этого, что ли? Я не электрик. Папу вызывать надо. У меня папа электрик. Я этого не знаю. Так, ну это что-то сделается. Зерно, я не знаю, не зерно, лифт какой-то непонятный. Так, это что? Ага. Ага. И как? Это плюс это равно 4. Ну, наверное, 2, я не знаю. А это...
Ну, 2 плюс 2, 4, да? Это либо 3, либо 1. Либо 3, 1, либо 2, 2. То есть треугольник это... Подожди. Треугольник плюс квадрат равно 4. А S-ка минус вот эта штука, спиралька, равно 2. Вот так будет проще. Записать я это все равно не смогу. А, допустим, сделать я это смогу. Вот это что такое? Ключ. Ага. Она не работает, да, типа? Мозг! А, смотри-ка, новая загадка. Треугольник плюс квадрат равно... Чё-то лежит. Чё-то лежит. Треугольник плюс квадрат равно 4. Это значит, треугольник равно 1, а квадрат 3. Квадрат 3. Треугольник 1. Потому что получается 3 квадрат плюс 1, 1, 5. Квадрат плюс спиралька равно 9. Значит, квадрат... Если квадрат 3 плюс спиралька, это у нас получается 6. Спиралька 6. Я спиральку нарисовала как 6, запутаюсь потом. Вот, это значит 6. Но это значит, S-ка у нас является 8. S-ка это 8. Так, дерево какое-то. Так, пока я ни хрена не понимаю. Кусок бумаги. Что-то там можно выставить? Ага. О! Кукуруза. Я думала, голубика. Я думала, желтая голубика. А что мне надо? Мне надо его закрыть? Ёпта, тебя просрала. Подожди, мне надо его закрыть, я поняла. Ай-яй-яй, блин, падла. Падла, обманул меня. Да блин, в Lost in Play такая же хрень была, да? Ага, блин. Но тут был заведомый проигрыш. Хорошо. Так, так. Ага, все, проиграла. Проиграла. Ладно. Вот так. Вот так. Все, кобзец. Что-то я делаю не так. Подожди. Что-то я делаю не так. Что-то я делаю вообще кобзец как-никак. Может, по этим надо? Нет. Может быть, надо посмотреть, куда он побежит? Так. Реально сработало, реально сработало. Ой, я молодец какая, а? Ой, я какая молодец, я не могу. Так, вот это сюда. Да? Теперь, скорее всего... Нам нужно что-то. Я не знаю. Так, давай вот эту решим. Получается, если у нас квадрат это 3. 3. Треугольник это 1. А вот эта фигня это 6.
Получается, тогда, значит, если 2, вот это 8. Вот такой еще, ладно. Птенчик. А я не хочу этим заниматься, ты чё? Мне же его жалко. Даже в игре. Чего? Я дам разряд, он мне даст кубик или чё? Ухо, кобздец, болит, не могу. Так, хорошо. Вот с этим ничего не стоит. Понятно, ладно. Теперь надо третье, чтобы загорелось, да? Куда ведет третье? Она выходит. Вот это может? Нет, подожди, кусок бумаги-то мне зачем? Да верни ты кусок бумаги, ё-моё! Ничего не дает. Она должна, скорее всего, не останавливаться. Но это не факт. Вот эта штука может? Нет. На тебе. А ты голубику. Она может ее сейчас выплюнет? Ключ. А выплюни голубику, пожалуйста. Мне голубика же нужна. Ты же голубка, дай голубику. Дай голубику, мать! Мне нужна голубика. А где ключ? А куда ключ вставлять? А, вот от этого, что ли? Ага. Ага. Уёпсель, мопсель, капец, уши болят, ты чё? Так. Так, так, так. Эта штука не работает. Эта штука не работает. Я уже не могу сидеть в этих наушниках. Это объективно не могу. Как-то я не знаю, может, так положить его? Капец, уши болят. А, так я их не так поставила просто, и всё, да? Вот это я лошара. Вот это я лошара. Думаю, что не так? Естественно, я ж не так поставила. Как будто это невозможно. А ты теперь чего? Ну это все так же током шедрахает. Так, я не поняла. И чё? Один разряд этот, второй этот. И чего? Вот это что такое? Это от чего загадка? Нет этого. Тут такого нет. Тут такой загадки нет. Может, вот от этого? Надо подождать, да, когда начнет звучать? Но она выключается. Она не звучит до конца. Я не понимаю. Я не понимаю максимально. Вот это... Вот это откуда загадка? Вот с этим что не так? Что ему не нравится? Чем-то придавить я не могу, у меня ни хрена нет.
Причем ни хрена, это прям вот ни хрена. Больше ничего нет. Голубке мы отдали зерно. Она нам голубику не отдает. Падла такая. Отдай зерно. Голубику вернее, отдай. Ну ничего не делается. С ней ничего не делается. Я хрен его знает, если честно. Оказывается, это... Где? Подожди. Это шифр от радио. Когда, короче, показали, я, если честно, подумала, что, скорее всего, это может быть радио. Но я, если честно, отмела эту теорию, думаю, ну, наверное, что-то будет другое. Блин, я сейчас не знаю, как это нарисовать-то. Потому что, ну, это хрен запомнишь. Может, ты запомнишь, хрен его знает. Хрен его знает, можно запомнить, я думаю. Сейчас я попробую запомнить, но на всякий случай я нарисую, чтобы сильно долго не сидеть, потому что если бы было сегодня времечко у меня, я бы посидела бы и вырезала бы просто. А так, получается, времени у меня нет. Я, получается, буду тупо сидеть, тупить, и серия выйдет маленькая. Короче, идет со второй вправо, лево, право и до конца. Так, где радио? Со второй. Право. Право. Лево. Право. И до конца. Да, смотри-ка, да, получилось. Так, теперь мы тебя освобождаем, да? Ты свободен. У тебя, бедолага, а где? Погоди. Ты вот это, что ли, нажимаешь? А я Blackberry не нашла. Новый рассвет. А где можно было найти эту? Ой, я пытаюсь наушник поправить, которого нет в ухе. А где надо было нажать этот? Найти голубику? Что-то я вообще не поняла. Может, это вообще в коридоре надо было найти? Так, подожди. Сейчас мы вставим. Сейчас мы вставим. Вставим по первое число. Вставим сюда. Вот сюда, я помню. Нам осталось два человека. Голубика может быть здесь? А, белое вино. Для фазана, ага. Следующий у нас получается фазан, да? Следующая ты! Готова к твоей фотосессии. Твоя фотосессия следующая. Я так голоден, ну еще бы. Ну еще бы, ты же такой большой. Так, это я помню. Ну значит пошли готовить, я голубику не нашла. Ну да, а что мне делать-то? Искать ее где-то? Искать-то негде. Она ж там была, наверное. Не факт вообще. Ну ладно, ничего страшного, получу, блин, две звезды. Хотя он даже без голубики, этот ужин, он восхитительный. Главное не писать в названии, что там есть голубика, и все. А то падлы пишут, естественно, они за голубику минус ставят. А если не написать, то и не подставить, потому что... Ну а Тексик идеально будет. Идеально. Почти идеально. Наступает ночь, гости идут по своим комнатам. Опять эта музычка? Опять эта музычка? Фоя! Ты ничего не дашь? Чем можно помочь гостям? Сейчас посмотрю. Ты чё? Ты сегодня нормальный? Ладно. Не пристаю. Я нашла white vino. White vino. Значит, скорее всего, мы пойдем... К нашему фазану. К нашему фазану пойдем. Что еще надо фазану? Красного вина. Она сейчас, кстати, мы ее убьем, она нам даст красное вино для кабана. А что еще? Тмин нужен, тмин. Чеснока нигде не надо, да? Чеснока нигде не надо. А давай чисто теоретически сейчас мы к ней сходим, да? К фазану. Она была у нас на втором этаже, да, кажется?
Давай поехали на второй. Вот тут слева. А, нет, там заяц. Блин. Слева заяц, спереди занято, справа голубка была. А миссис Фазан была вот здесь, кажется, павлин, вернее. Да, мисс Павлин. Чисто теоретически, где может быть тмин, да? Давай, вот сейчас быстренько, у нас есть там буквально 2 минуты. Мы с тобой посмотрим, что тут есть. Да мы нахрен сейчас все соберем. Это игра. Это надо найти, как играть. Это надо переводить время. Тмин? А, я тмин нашла, прикинь! Я тмин нашла! А, приколдесно. Ну вот так нормально, а то голубику я вообще нигде не видела. Вот, ну давай мы с тобой вот на мисс Павлин остановимся, да? А на сегодня закончим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям, только нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока! Ha ha ha!